Вот такие хорошенькие скайфульчики получились. Пересаживаю их по девяточку. Макушечку подрезаем на одну или две почечки. Немножечко так подрасправим корешочки. Одной рукой, конечно, неудобно совсем. Грунт рыхлый, торф перлит и асмокот. Сильно так не утрамбовываю, слегка, чтобы было рыхленько, чтобы корни быстренько-быстренько оплетали ком. И потом опрыскиваю водой с цирконом. Ой. Вот такие скайфульчики. Грунт мешает муж. Грунт рыхлый. Берет 3 ведра нейтрального торфа, ведро кислого торфа, асмокот 3 грамма на литр и перлит где-то на всю эту массу 10%. И еще добавляем воды, чтобы вот состояние грунта было такое вот. Если в ком сжать, то он держится, но вот так вот разваливается. Вот такой торф. А вот сюда в бокс под крышечку переезжают те череночки, которые еще не совсем укоренились или у которых совсем маленькая корневая система. Так вот, ставлю в боксик. Ну вот совсем малюсенькие еще корешочки. Я вот их только что сюда поставила. Поэтому они не пойдут вместе со всеми в грядочку, да, под спанбонд на общих условиях. А у них будет индивидуальная такая комнатка. Вот так они в теплицу. Поставлю в теплицу вот так боксик. Прикрою крышечкой, чтобы им было очень-очень влажненько и они доукоренились. Strawberry blossom здесь. Цирконом также цирконом их опрыскиваю. Создаем им условия, как и при укоренении, влажность и тепло. Теперь подрежем скайфульчики после пересадки, чтобы они не в один стволик росли, а кустились. Тоже с цветочным закладывается бутончик. Но нам это не нужно. Мы прищипнем, подрежем. Можно, конечно, оставить в один стволик и потом весной уже делать формировку куста, которые в два побега не буду обрезать, а которые вот здесь вот на конце с бутончиком обязательно нужно подрезать, чтобы выросли побеги, чтобы они успели одревеснеть к зиме, а иначе растение будет тратить силы на цветок, на бутон, на раскрытие бутона и будет
плохо развиваться. На 1-2 почечки подрезаем. Ставим опять же такие условия влажности, ну, не совсем парниковые, но под притенку и под спанбонд на грядочку. Ежедневно проводим опрыскивание. Просто с водичкой я прохожу, без всяких там цирконов, уже несколько следующих дней. Слежу за череночками для того, чтобы они быстрее наращивали корневую систему. Вот такие скайфольчики.